сегодня с вами снова я, Забреев Александр. Сейчас хочу показать свою очередную самоделку. Скорее всего, этот выпуск будет как не самоделки, а совет. Во-первых, сейчас я запустил видео не кого-то попросил, а сам. Вот такого вот пульта управления от Apple. На самом деле, это обычная регулировка громкости. Если у вас продукт Apple, ладно, здесь там. Если у вас продукт Apple, ну, вы сами можете заметить, это iPod или iPhone, у меня лично iPod, то если нажать на громкость плюс во время видео, то видео либо остановится, либо начнется. Вот я этим пользуюсь. Так, покажу, как я закрепил. Сам iPod. Вот, если нажать, сейчас резко споймает, если нажать на плюсик, вот видите плюсик, ну чё он, ну ладно, не хочется, вот здесь, короче, плюсик нарисован, вот это нужно воткнуть в iPod штекер, тогда он будет запускаться. Снимаю с такой вот фигни, сделано по-быстренькому, просто вот сюда, вот смотрите, беру, вставляю iPod и снимаю свои видео. Вот так, легкие. Окей, с вами был я, Забреев Александр. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно, комментируйте. Пока!